провожает подружку. Пошли. Подружка у тебя, да? Проводил, все. Умница моя. Супер прогулка у нас получилась, прям классная. Пойди-ка сюда, у тебя колючка. Пойди-ка. Во лбу звезда горит. Стой. Пойдем сейчас будем клещей искать. Наверняка на себе море принес. Мимо. Хорошо. Устал? Чуть-чуть устал? Пойдем. Она ушла. Все. Пойдем. Пошли. Да-да, стоп. Ты уже его пометил, когда туда шли. Чудушка моя. Все, погуляли с одним. Осталось еще три. Сейчас подумаю, куда с ними пойти. Наверное, по обычному маршруту. Строяшка у нас. Вечное приключение. То в Жуков заедем к лесу. Там походим. Ой, а сейчас можно в лес. А нет, сейчас змеи проснулись. Это если я увижу сейчас на солнышке кого-нибудь, я с ума сойду. Ну, туда, конечно, классно было бы прогуляться. Да, мой золотой? Самый комфортный в нашей семье. Не все молодцы. Но то, конечно, по послушанию самый-самый. Фух, мама Таня уже устала. Хорошая пешая прогулочка такая вышла. Ты далеко так убежал-то от меня, Деловыхин? Ой, скажи, мам, да здесь я, здесь. Все, он нюхает, изучает. Чего, устал? Нет? Что ты там копаешь? А, понятно. Чисто пометить? Пойдем. Слюни рекой пить хочет. Сейчас приедем домой. Водички попьет. Надо сегодня стойку поставить ему уже. На веранде она стоит у нас. Туда ставлю две или три миски, уже не помню. Обычно там пьют. Они поэтому сейчас и бегают, на веранду смотрят. А стойку я еще не поставила. Сегодня займусь. Ну и надо окна домыть уже в зале. Вчера не помыла. Там три окна осталось. И все. И будем дальше дела делать. Но сначала надо погулять со всеми. Ушатать, так сказать. Да, Трояж? Сладкий мой мальчик. Прям себе маршрут весь пометил. Молодец. Молодец.